Вместе со мной работает моя супруга Зумруд, делает украшения, наносит эмаль, иногда даже занимается выпиливанием, помогает в меру своих сил. Дочка разрабатывала какие-то дизайны, украшения. Сын в свободное время занимается нашим искусством, участвует на различных выставках, есть его дипломы несколько штук. В Кубачи, являясь кубачинцем, практически нет выбора становишься ювелиром или нет. То есть с первого класса на уроках труда нас обучают ювелирному делу.